Допустим. На этом мы денег потеряли, конечно. На этой фигне. Так, давайте очинимся более-менее нормально уже. И, наверное, будем ставить ракетные шахты, да? Допустим, пока эти. Хотя, по-моему, сейчас подонки припрутся спереди, да? Ладно, бастарды. Я и к вам готов, в принципе. Постараюсь быть готовым, по крайней мере. Но опять-таки, генераторы первого уровня есть. Отчиниваться можно, нормально все пока что. Тылы укрепили, все, все в идеально просто сейчас. Двух ракеток должно хватить. Двух двойных ракеток. А, у них, блин, гребаная защита есть, окей. Ну, не снесут, ну, не снесут точно. Или снесут. Снесут, смотрите-ка. Ну, по крайней мере, мы все это время дамажим. Так, хотфиксы не сделать. Ну, в этот раз не так много потеряли, правильно? Уже лучше. Так, чинимся, соответственно. Но ракетами против них все равно будет сложновато играть. У них вон что. Сами видите, в принципе. Понятно, вот эти вот фигни, они без пушек, но это противоракетки. Ну, в принципе, так и так, смотри. Нормально. Все, давай, до свидания. Чё б такого на починочку-то, а? Ничего, в принципе-то, и нет, наверное. Ячеек пустых еще довольно много. Говорит нам о том, что надо бы их, да, заполнять. Пока плохо не стало. Ах, всегда большую батарею ракетную, но у меня же не исследовано, правильно? Так, репэйр. В принципе, эти блоки в порядке, нормально. Напрягает, опять-таки, только то, что я не могу их починить. А, и одновременное появление этих гребаных астероидов и пиратов. Кто кого, да? Давай. Не хватает. Вот тебе. Так, ну здесь две пушки у них только сносить надо. В принципе. Но эти гады все равно напрягают. Эгос, как ты заколебал? Ты отстань вообще. Оставь в покое эту фигню. Блин, эта штука сейчас будет страдать. Хоть сноси генератор, ставь эти дурацкие ход фиксы. Почему нет? Решили проблему, скажем так. Тоже нормально. А, все, что ли?
Ваш уровень полная херня для нубасов просто. Косарей. Нормально. В принципе, уровень довольно легкий получился. Все ясно, понятно. Сразу же угадал тактику. Ну, практически сразу же, да, со второго раза там. С первого раза только лазеры эти поставил, дурацкие, не нужны никому первого уровня. Дальше уже было понятно, что стоять. Ну и бабла дофига. У нас косарей у нас есть. Давайте думать, что покупать. Что покупать? Ну вот, кстати, вот последняя практика показывает, что по-хорошему-то надо что-нибудь такое. Дорогое, но эффективное, знаете ли. Так, increase damage каждой ракеты. Так, а где там было насчет... А, вот это вот. Увеличение градусов. Но это у первых ракет. Больше ничего такого нет, да? Мне бы не помешало вот градусы увеличить. Ну, у этих ракет и так 120 градусов. Действия. Но им сколько надо? Им нужно 3 энергии. Нет, 2 энергии им нужно. Страшно представить, зачем этот движок нужен. Своим тремя энергиями. Ну, в принципе, только на перки, да? Пока он, в принципе, не нужен больше ни для чего. Так, надо было улучшить наши бустеры. Overcharge, thruster to create trail, dealing... Здесь только за этим, но там нужен будет большой генератор или два маленьких. Два маленьких, в принципе, не проблема. Где-то в 50% случаев. Ну, в принципе, 50-50. Так, а у меня уже что-то тут делает Advanced Defense Complex, а я его не использую никак. Надо было просто защититься тогда от этого, от этих дурацких ракет с помощью Advanced лазера. Ну, в принципе, так и так нормально получилось. Но я про него забыл, что он у меня вообще есть. Давайте Heavy Missile System. Так. До 250 увеличивает дамаг с каждой ракеты. На 20% снижает скорость. Скорострельность, точнее. Ну, в принципе, жесткая штука получается, что я могу сказать. Но, блин, если у противника есть, опять-таки, эти лазеры противоракетные, которые нам продемонстрировали в предыдущей миссии, то нифига не получится. У меня и так еле-еле хватило скорострельности. Против серьезных кораблей, у которых будет противоракетная защита, это вообще не вариант. Или ее сначала сносить, а потом врубать эту бесполезную фигню, которая вдобавок еще 75 металлолома стоит. Либо она нафиг не нужна. Ну, в принципе, как вариант. Как вариант. У меня осталось всего 5000, я подкопил бы еще на что-нибудь, хотя копить здесь на что-нибудь. Ну ладно, надо быть уверенным, что у нас будет какой-то запас денег, если мы купим что-то не то, и у нас останется 0, это будет уже безвыходная ситуация, и мне как-то придется проходить, чтобы заработать какие-то хотя бы деньги, да, а так у нас будет 5 косарей с половиной практически, ну 5, потому что 450, там такого ничего не найдешь за 5 450, только 5,5 может быть. И то, скорее всего, за 6. Погнали, эту штуку повезем. Посмотрим, что к чему. По-любому большая, да? Ну, конечно. Огромная, я бы сказал. А ты энергии не даешь, нет? А, ну ты же ядерная ракетная шахта. Да, можно...
Короче, штука стоит бабла в запуске ракеты. Можно не платить, но репутация полетит к чертям. Такой вот забавный выбор. Вопрос в том, куда ее все-таки ставить. Ну, естественно, не сюда. Так, ну места для одного 4-нового движка здесь хватит. А хотя нет, не хватит, здесь же надо пустая ячейка. Ладно, будем надеяться, что 4-ной не понадобится. Тут надо еще эти 4 штуки разместить, блин, куда их девать, тоже непонятно. У нас все очень плохо будет с пушками в этом раунде. Их просто некуда девать. Если только вот так повесить, вот так повесить и вот так повесить назад. Но... А, ну это движок уже все. Ну я думаю, это лучшая компоновка, в принципе, которая здесь возможна. Сюда один лазер. Или сюда один лазер, но под количество движков уже. Короче, посмотрим. Стараемся, естественно, без запуска ракет. Я понимаю, что вы хотите на это посмотреть. Я тоже хочу на это посмотреть. Но! Ну, может, заплатим, что, почему бы и нет. Такая смешная, убогая штука с одним движком. Так, ну действуем по плану, в принципе. Че здесь плохо, так это то, что... Ага, вот так вот даже, да? Ready for action. Да, придется действовать вот так вот. Иначе у меня денег ни на что не хватит. Как тебя... Откуда ты вообще полетишь-то? Я не понимаю. Так показываешь, что вообще ни в какой радиус не попадает. Как не установи пушку, все будет хреново. Достанем хотя бы, достанем. Так, парень, ты сейчас взорвешь, судя по твоему грузу. Хьюдж астероид. Блин, это еще и хьюдж астероид. А, ты вообще не в меня летишь. Гады. Обманули, а? Да, а вот этот парень в меня летит. Это уже 100%. Так, а по какой траектории ты летишь, самец? Дерьмовщина здесь какая-то творится, господа. Right, ну, типа застраховались. Но мне все равно это не нравится. Да нет, вполне нормально получилось. Ресайкл. Ресайкл. Ставим два движка. Thruster ready to burn.